Продолжаем запись. Вот эта самая река. И вот этот самый западный мост. Вон там уточки на берегу. Ну, а это, если кто-то не знал, Сходнинский канал. Вон там территория за колючкой. Ну и вот Сходнинский канал. Кстати, здесь мы бывали, я помню, в том году. Запись еще не выложил.
Отлично, вроде бы. Теперь их нужно выйти на улицу Вишневая. Она находится где-то за этим домом.